Каждую осень во Владивостоке проходит празднование в честь любимого Владивостоком краснокнижного хозяина тайги – День тигра. В этом году 2500 детей и взрослых в тигринных костюмах и с тематическим аквагримом собрались на набережной Цесаревича в составе полосатого шествия. Кстати, шествие было проведено впервые после пандемии COVID-19. 63 колонны школьников и студентов присоединились к веселью. А жюри выбрали лучшую команду. Ей стали ребята из Центра детского творчества Советского района. В честь праздника в городе проводились образовательные, творческие и спортивные мероприятия. Были организованы тигриный твистер, напольный бильярд, соревнования по армрестлингу, полоса препятствий для детей. На стойках аквагрима от мала до велика гости рисовали себе красивые узоры на теле. Для посетителей праздника были доступны мастер-классы по рисованию тигров при помощи 3D-ручек, созданию тигров из фетра и бумаги, и ракушек, и морских камней. 1, 2, 3! Не забывайте улыбаться, вас снимают! На Дне тигра выступили хедлайнеры мероприятия. Ими стали народный артист России Олег Митяев при участии Леонида Марголина и Родиона Марченко и любимцы молодежи группа «Моя Мишель». Тигра на Дальнем Востоке празднуют с 2000 года. Главная цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме вымирания краснокнижного полосатого друга всех приморцев. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.